По-моему, надо было чуть-чуть выше летать. А ты хочешь сломать лапки, что ли? Нет, я не думал. Так они не ракетами стреляют, что ты? Я знаю. Да, пулеметов не помогает. Они тормозят! Наконец-то! Сандер, мы на месте! А тут? Ищите белые контейнеры с блажью. Белые, не зеленые. Уничтожьте их и будьте осторожны. Не волнуйся, милашка. Мы с помощником устроим святошим веселье. Нифига себе, тут на башне двое. Я который внутри сломаю. Просто что-то пролетал, но не туда, то и всё. Убивать так приятно! Что у нас есть, какие ещё здания? А, тут олень. Да если что, то, что слева, это уже не наш, не другой регион. Я знаю, так это бизон. Бизон. Тут ПДМ, вот это я не знаю, что там. Один алтарь еще. А! Наконец! Я бы слишком далеко от напарника. А, так ты уже улетел, да? Только на меня опять не приземляйся, и то сдохнем. Вот уж заваруха так заваруха. Надо этот самолет покупать. Самолет? Да. Зачем? Не знаю. Да куда деньги идёт раз? Надо ещё на некоторых же поохотиться, по-моему. Их у нас не все. А ты у меня, кстати, рывками стал передвигаться. Вот я говорю, что ты рывками передвигаешься. У тебя, кстати, очень... Ну, он не защищённый. Ломан. О, алтарь. А где еще алтарь? А, вот. Всего, тут вот. Это бизон. Олень, точнее. Это олень? Да. Ага. Вон тут вот. Вот тут вот. Я прям помечен. Как алтарь. Да. И моей метой твоей. А где еще есть у нас тут? Олень, олень. Тут тоже олень.
Серый, а еще на основном острове где-то есть одна этот... Ну, постройка, одна этот... Алтарь один, где-то. На острове именно. Вот этот центральный, который мы... Из, а, откуда мы ехали. В острове Дача. Ну, пошли туда, мы сейчас посмотрим где. А у нее это? Ничего. Да. Пригласи выдамщиков на танец. Все? Да, все. А где тут у нас еще алтари? Выполнены 6. Еще 6 заданий здесь не выполнено. И 3 алтаря. Ну, а значит, скорее всего, этот в тюрьму или так? Типа. Нет, где-то еще там было. А, тут мы не следуем место. Еще куда что оно. Это уже чужой-то город? Да, чужой. И вот есть место, в котором мы не бывали. Не, подожди, которое ты сейчас сделал, это нет. Нет, это вот шахты, мы и туннель Бизона. Мы там не были. Ну, не, который ты до этого сделал, mm-hmm. это все же еще этот, Вера. Вера, да? Да, это Вера. Да, зачем ты? Где только? Вот он. Надо еще походить, получается. Людей поспасать, чтобы они нам сказали, где алтарь. Не, одно задание, это у нас это с катерами связано. А, катера? Да. Ну, по рекам надо по это остановись, полетать. Пока я сейчас посмотрю, какие еще задания. У нас два задания еще лесопилка. А, ну это эти. Это уже другие эти сезонные, ой, сюжетные. Мы тайники все, по-моему. Да. Да. Аванпосты все, два задания дополнительных. А вот, фальшивые идолы, вот. То есть вратая и дыма. Вот, виски еще. А, и виски, это сюжет? Это не сюжет, дополнительное задание. Да. Ну, виски дальше. Ну ладно, лотари мы сейчас... А чё у меня красный? А, вы слишком далеко. Я говорю, остановись, ты меня не услышал. Так я остановился при этом. Они не очень-то умеют прятаться, да? Не, ну все же виски надо найти. Я сломала ногу. В интернете. Я двинула кони. Черт. Надо еще типа поискать где-то алтари. А, мы еще до одного алтаря так и не летели. Какого? Какого там какой-то был где-то. А не сейчас ли мы его уничтожили? Нет, нет, не знаю. Нет, это уже другой район контролирует. Не-не-не-не-не, вот, вот так вот мы до моста едем. А. Все, там больше ничего. Не-не-не. О, я знаю, не, я вспомнил, что это. Что это? Давай, садись. Тебе понравится. Что-то надо тут поубивать.
А чё ещё идут? Чтобы нам было наблюдать, как здесь трёх рубит бутбокс, я оставила приятный бут на ключ старая для тех, кто будет. Сейчас мы идём. Ещё один трофей! Как попасть без верха? Да, абсолютно. Так вот, в принципе. А, блин, нет. А, вот он. Скажи дьяволу, что ты от меня! А ты как мне тут? Ну тут вот. А, блин, все так просто. Найти вам бар с призраками. Я тебя даже не заметил, давай дальше. Чё тут страшно? И всё? Да. А, ну-ка денежки, ладно. А, денежки, да. Кстати, в окне был клоун. Когда ты только включал их. О, привет. Мы знали, что сектанты хранят оружие в элеваторе. Шуганули их и все унесли. С тех пор так и гоняем друг дружку. Осиное гнездо. Это уже нет, это другая территория. Ай, блин. А, во, да, вижу, один алтарь есть. Где, наверху? Ну, в середине прямо. Пометь. Я его пометил. А, да, да. Ой, да. Где мой вертолет? Или мой опять пропал? Он пропал, наверное. Садись, почини Wi-Fi. Ты сядешь? Я у тебя просто висел там, так, для справки. Я знаю, сел. Да, давай, давай, такие. Как я сяду, все начнется чиниться. Я ты. Спасибо, боженька, за первую поправку, мать её. Ну, карту я открыл насчет виски. У нас два еще не исследованных места. А ты, кстати, лодка-то это
так нужна, нужная была или нет? Какая лодка? Ну там снизу была лодка, когда я уходил. Либералы не смогли отнять у меня оружие, и демщики не смогут. Когда я отходил, тогда была там снизу лодка. Куда ты уходил? А, ну я отошел ненадолго. Так. Вот тут вот, кстати, есть. Ты видишь, да, мои метки? Да, сейчас где? Вот. Пристань, вот. Думаешь, там? Да, вот. Ну вот, ну ты типа тут есть как бы вот две точки, которые были. Еще вот там вот шахты есть. Право еще вот. Правее. Шахты, да, я видел, шахты тоже. Причалы всякие. Если бы появился сексапильный егерь, стал бы еще лучше. Ну, больше я не вижу. Да, я тогда тоже вертолет возьму. Выпрыгнул, да? Да. Да, все, я возвращаюсь. Нет, я, возможно, у меня есть время. Сейчас по-быстрому успею. Но... Так я даже не ускорился. А, кто-то ко мне тут. Вот и что там, немного левее есть. Ну да, левее сначала, потом правее. Он за виски пойдет. Я тут как-то раз того этого. Днем все выглядит иначе. Блин, по целой реке вот так на ходить плыть прям. Там синтвера просто. О, а тут, кстати, можешь, кстати, это будет. Карты. Где? Ну тут карты есть. Две. А, не, рыба. Скорее бы солнце зашло. Где тут еще одна карта? Во. А, нет. О, аптечка. А, уже нету. Вообще ничего нет. Значит, ах ты туда. А нет, тут какой-то алтарь он должен был показать сейчас. Так, смотрим. Может, мы его уже разрушили? Не-не-не. А хотя, может быть, мы иногда это просто так видели и сразу разрушали. Он показал бы слева, если бы мы нашли. А, да? Он всегда же пишет слева на обнаружение. Ну.